БТ. Там очень много времени. Там можно даже в 2 этих льда, чтобы никто не телепортировался. В 2 льда, короче, делай. Слышите, мыши? Там это есть, как его, способность, которая сразу башню... Один завершена. Побежал сразу! Стройка завершена. Стройка завершена. Постройка завершена. Чёртовы мыши. Завершена. Постройка завершена. Так, я построил один ряд и побежал занимать. Город наших братьев напали враги. Чё, кто-то в два ряда реально строит? Офигеть. Наркоманы. О! Так. Чё, уже дырка есть, нет? Один код прорвался. Постройка завершена. Прям вообще постройка прорвался? Постройка завершена. Yeah. На город постройка нашел. Завершена. Мы поставили башню, постройка которая... Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Не, вам нет смысла вот парень доделать. Постройка завершена. 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 Вадим, тебе код идет. Завершена. Постройка Вадим, завершена. Вот. Братья вижу. Напали враги. Блин, а какого черта коты уже прорвались? Там убили кого-то. Да, кто-то это зафейлил. Постройка завершена. Я окружен, пацаны, но не сломлен. Нельзя. Сейчас будет неожиданность. А, понятно, надо действовать только внутрь. А, нет, еще нет. На город наших братьев напали враги. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Пусть он там теперь сидит, не подходи к нему. Нельзя сотворить. Он запер. Что такое, он заперт? Да! Стреляй! Стреляй в него! Живые наступают. Что за бред вообще? На город что происходит? Наших братьев напали враги. Да. Постройка завершена. Постройка завершена. Ой, я думаю, это минус завершена. Один код, постройка завершена. Наша постройка завершена. Постройка мне завершена. Барак уже отменили, гады. Постройка завершена. Ты видишь это? Постройка завершена. Постройка завершена. Да я вижу, за халяву. Постройка завершена. Постройка завершена. Просто вся жизнь перед глазами, пацаны. Постройка завершена. Не хватает золота. Да уходи, уходи, ты чего там? Подошел к этому. Я не знаю. Я бесстрашный. Они ждут. Далеко. Так, ну нужно башню какую-нибудь влепить, мне кажется. Лол! Чё? Да я это... Не знаю, мышкой случайно прибежал сюда. Он спасся, лол! Он сейчас ко мне подойдет. Нужно наши братьев напали враги. Это ты сдох, Андрей? Да, это я сдох. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин! Чёрт, отстой! Блин, о, МК. Походу ГГ. Четыре года слишком во-первых, много всё-таки. Надо застраивать сразу всеми. И давайте реально в два ряда, что ли, застраивать, да, или да чё? Как? Ну да, кто не начал-то строить, я не понял. Кто-то рядом со мной не начался ГГ? Строить чувак, да, но да, я все равно успел. Я нет, успел. Нет, там просто убили одного этого. О. Мне кажется, второй ряд лишний, потому что убьют кого-то скорее. Давайте не будем строить второй ряд. Андрей, идем за мышей. А, да, идем. Так, и нормального кота теперь. Он на Лизоре будем считать, что нормальный кот. Пацаны, застраиваемся против часовой сразу. Ну, как бы уже десятая а игра была, можно понять. Ну, кто? Нет, там просто, кто? Там просто кот. Да, кто рядом с мышью, да? Если вы... Слева, то налево бежите. Не знаю, я наискосок всегда бегу. Синий, ну ты как бы этот, видишь, куда я строю. А, так я сейчас синий, да? Да, я вправо иду, а ты влево, если ты синий. Да-да-да. Вы выбрали сильного иллюзора. О, почему ты, кстати, я понял. Постройка завершена. Постройка я завершена. Я тут ни с кем не соединяюсь. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена.
Постройка завершена. Постройка завершена. На город наших братьев напали. Какого черта? Я не... Напали. Да ёпрасете, у меня мышка куда-то не туда побежала. А там это, там у тебя еще... Там у тебя еще таурка. Чего? Что такое? Там таврка, которая таунтит. И заставляет тарить ее. А есть такая таврка? Да, у кота способность. А можно отменить это дело? Если очень много кликать. Лол, такой бред. Так, ну что, давайте, кто... Андрей, давай вниз куда-нибудь. Дай мне синего. Ты бежишь не туда. Я нормально бегу, иллюзорий все видел. Ну как бы, блин, все же видно. Я могу влево бежать, если что. Да, тебе надо влево бежать. Все, я буду бежать влево, только надо сильного кота какого-нибудь. Вот тут Арстан сильный. Все, я бегу влево, иллюзорий вправо тогда. Не, ну башня таланта вообще меня, я думал, что я что-то зафейлил, но я кликнул, я специально даже застроил все, отпрыгнул, но со мной рядом кто-то зафейлил, он не достроил стену, поэтому мне пришлось бежать, ну, я построил за двоих. Не подходи ко мне. Так, иллюзорий побежал не в ту сторону. Да ёпрасоте! Побежал не в ту, уже я не в ту. Постройка завершена, постройка завершена. Блин, в этот раз у меня один рудник всего. Мы с Иллюзори дважды, короче, перепутались. Завершена. На город постройка наших завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Сразу стройте бараки. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. На город наш стройка завершена. Постройка завершена. И стройте так свои стены, чтобы вы были независимы. Постройка завершена. 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 Наших братьев напали враги. Постройка завершена. Постройка завершена. Смотри, сейчас будет неожиданность. О! Минус один. Так я, пожалуй, тоже буду независимым. Настройка завершена. А что такое? Как он сдох? Настройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Дела не ждут. Постройка завершена. Завершена. Постройка завершена. Наших братьев. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ой-ой-ой-ой-ой. На город наших братьев напали враги. Блин, зря мы с фиолетовым не перекрыли здесь. Они ждут. Так, это какая союзная мышь? Ё-моё. Вот, да. Постройка завершена. Постройка завершена. Враги. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Чё, сколько? Ничего себе. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну все, я себе все застроил, короче. Постройка завершена. Враги. Да уж. Способности, конечно, у меня тут будет здоров. Ладно, ну живи там, мне-то чё? Уже в пути. Тебе очень нравится, хорошо. Маквилл. Чё ещё? Розовый вообще бегает, везде стенки ставит, короче. Бедный розовый. На город наших братьев напали враги. Это кто вас? Это Андрей, да? Чего, Андрей? Ой, лол. Ты, видимо, это... Не очень хочешь играть, да, опять? Город наших братьев. О, Макс! Ладно, ну живи там, мне-то чё?
Уже в пути. Тебе очень нравится, хорошо. Уже в пути. Нормально, я потом могу поменяться с другим. Котом? Да. Ну да, видимо, какой-то кот там хочет быть, да? Ну ладно. Найду себе жертву. О! Здесь кто-то застроил? Ой, пипец. Ну я не могу туда пройти, фигли. Там кто-то построил стены так двойным рядом, что там не пройти. Уже в пути. Эскейп. На город наших братьев. Я ничего не заметил. Враги. Уже в пути. О, вижу, Зори. Хорошо. Иду. Хорошо. Уже в пути. Все легко. Какая-то дичь вообще происходит. Блин. Смотри, просто дико на меня рефлат. Ну я тоже стены кривовато построил. Надо в шахматном порядке. Вот так вот надо строить. Через полклетки вот так вот. Видите, здесь все изи проходит. Через полклетки сюда и вот здесь вот. Ну что, башня была в середине дырки. Подумаю без базы попробовать. Неожиданно. Бою готов. На город наших братьев напали враги. Живые наступают. Что прикажете? Не получилось. А что ты хотел? Вадим контроля трифлов. Куда стрелять? А что ты не... Ёперный бабай. У них уже блинк был. Ай-яй-яй. Нет, не контроля трифлов. Да блин, у него блинк был уже сделан. Это тот, который ходил тебя убивать там. Черт. Да. О, меня хиляют даже. Ничего себе. Блин, ну вот фиолетовый с синим... Ой, фиолетовый с Андреем портят, что у них стена к стене, туда не пройти. Напали враги. Кому не пройти? Бою готов. Не пройти через вот ваши двойные стены рефлам. Сделаю. Хорошо. Сделаю. Алло, я не понял, что происходит, чего вы не стреляете? Бою готов. Правильно, бей. Постройка завершена. Что прикажете? Иду. На город наших братьев напали. Так а где все? Хорошо. Мышка одна прибежала, что ли, с всех? Ну, чуваки, вы шутите, что ли? Да ну, халявный кот. Получай. Ушел. Не, ну, что-то вообще, вначале нормально пацаны играли, сейчас вообще ни одного рифла не отправили. У меня уже 4-й уровень, так надо похилиться. Есть у меня одна идея. Я правда не знаю, как работает эта штука. Тут сейчас даже вопрос не в количестве котов, а в тупости, что ну нет, не, ну уже ГГ, наверное. А почему ГГ-то? Ну а как, смотри, у них у котов полкарты, это значит, что на через нас бьют. Так не, надо, нужны рифлы, чтобы это атаковать. Рифлы нужны, оказывается, Андрей, а где твои рифлы были? Ну вот у меня 4 рифла есть. А когда тебе базу ломали, где твои рифлы были? Какую базу? О чем ты? Ну или не твою. Уже в пути. Так, что-то у нас есть интересно. Ну когда вот здесь вот пацан бегал, вот здесь вот, где твои рифлы-то были? Ну у меня не было еще рифлов. Если меня вначале сам сломали барак, откуда у меня будут рифлы? Не знаю. Просто по времени не получалось. Эй, цель. Хорошо. Уже в пути. Так у тебя сейчас есть рифлы? Да есть у меня несколько, но... Я один-то не могу ничего сделать. Так, ну давай куда-нибудь вместе пойдем. Давай вот этого убьем. Куда стрелять? Да тут везде двойные стены, хрен пройдешь. И я криво построил, а вы тем более. Хорошо. Уже в пути. Хорошо. Что-то бегают у меня. Сделаю. Хорошо. Сделаю. Хорошо. Так. Сделаю. Кого тут? Хорошо. Иду. Уже блин, сколько пути. Их тут? Иду. Уже в пути. Ну вот. Зажал одного. Огонь! Уже в пути. Без базы трудновато. Клоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Наших братьев напали враги. Есть. Да, сэр. Югу первого левела еще. Да. Стройка завершена. Я не знаю, у фиолетового два рудника главное и ни одного рифла я даже не вижу. У него реально ни одного рифла нет.
Офигеть. На город наших братьев напали враги. Чё, гоу, Вадим? Ну, готов? Гоу. Сейчас. Куда стрелять? Ого, я тут макнул этих лоб. Уже в пути. Хорошо. И чё? На город наших братьев напали враги. А кто моих рифлов бил? Мина. А, там мина были? Ну чё ты не контролишь-то, Андрюшенька? Ударил бы по клеткам. Куда стрелять? Уже в пути. На город наших братьев напали враги. Огонь! Бью без промаха. Тут ты еще отдался, Андрей, ты что ли отдался? Ёпр. Но у меня денег не было, я все на рефлот, у меня даже убежища не было. Я до копейки. Перевозчика надо покупать, и он нормально. Ну давайте, РМК. Напали враги. Какой предмет был? А, я мину. Не наступаю. Вадим еще жив. Да, что? Мы сейчас. А, ты сказал, РМК, вот так вот сделаем. Не застаю. У меня перевозчик регенится. Ого, а как? Чё, можешь через две стены прыгнуть? Ну, у меня телепорт, меняюсь местами с каким-нибудь из этих. Да. Чё-то какой-то писец, пацаны. Я ещё и топ-1. Без базы. Макс чемпион. Так чё, получается, можно через две стены тебе прыгнуть? Вообще какая-то жесть. Нельзя никого. Нет, у стен, короче. Да-да, если кто-то есть у стены. Но ты же понимаешь, он назад-то тоже не может потом вылезти. Ну, тем не менее, если его никто не бил, кроме меня. Да я вообще, хуже всего, мне кажется, Фиол сыграл. Потому что, когда к нему на базу пришли, у него с двух рудников ни одного рифла нету. У меня с одного там четыре рифла более-менее.